Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Атила Total War, легендарный уровень сложности. За тунухидов без поражений, без авторасчета. На меня напали сасаниды очередной раз. Напали они на моего короля, на более сильную армию. Более слабая армия у меня стоит в МСе. Туда они не сунулись. Отсюда прибежали сверху. Ну и отсюда подмога пришла. Напали, как ни странно, какими-то обдолбышами. У них вот здесь вот очень покоцанный полководец, хоть у него и 6 звезд, но... Вот вторая армия серьезная довольно-таки. Но она уже придет, я так думаю. Я сейчас хочу убить вот этого типа и таким образом получить преимущество. Встретимся на поле боя. И все уже будут запуганы, когда подойдут. Какая-то гребаная подстава. Посмотрите, откуда мое подкрепление придет. Аж вот отсюда. Вот отсюда. То есть сзади. А я, блин, нахожусь на этой стороне. Сейчас, в общем, попробую убить их полководца всего одним отрядом. Почему нет? У них очень покоцанный он. Поэтому есть шанс. О, блядь. А их подкрепа здесь пришла. Вообще замечательно, сука. Ничего не скажешь. Ой, это король, что ли? Блядь. Да ну на. Нет, иди прячься. В смысле, Халиса. Я понял. И здесь. Короче, как-то вообще неудачно все расположено. Тупо. Тупо. Вот вы все дебилы, сразу валите отсюда нахер. Иди убей. Вот это дерьмо все тоже на полководца сразу отправляем. Без понятия вообще, блин, как использовать это свою вот эту вот подкрепу. Они что, вообще не реагируют, что ли? Ну, это их проблемы. Нет, побежал кто-то. Так, нужно помочь. Побежали мои вот эти отряды. И кто у меня тут? Нет, этого точно нет. Вот эти ребята еще пойдут, помогут. Вообще без понятия, блин, как я тут должен использовать. Всем стоять, все уже, не двигайтесь нахер. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, сейчас доработаем. Сейчас доработаем, все будет нормально. Так, он уже... Отлично. И убейте тогда еще и катапульту, чтобы у них не было ее. Ибо нехер. Туман этот гребаный. Блин, как они достали в тумане нападать. Вот очень любят искусственный интеллект это делать. С моей точки зрения, это бредово, блин. Ты стрелять собрался? Да нет, вроде. Что у нас тут вообще есть? Всякое разное. Ну, можно попробовать еще смайнать там каких-нибудь стрелков. Попозже, наверное, вот так вот построимся. Так, есть еще целый отряд верблюдов тоже все. Ну, короче, конница в основном будет помогать, а все остальное, мне кажется, даже участвовать не будет в битве. Не вижу смысла особо. Пока оно дойдет, уже все кончится. Так. Он здесь выстраивается или что он там делает, не поймешь. Пойдем-ка потроллим этих. Подмогу. Может быть, выведем их сюда на вот эту подмогу всю. Тихо. Да просто встань, короче, и все. Как-нибудь так защитимся просто и все.
Так, тут пошла жара. Ну, они потрясены, естественно. Подходим. Надо будет вдарить в нужный момент. Вести чехарда. Мне некогда это все распихивать. Вот этого только надо. Буду к нему возвращаться периодически. Где там вражеский этот отряд конницы был, который я троллил? Понятно. Так, ладно, еще разок. Стреляй по этим. Так, чё, обстрел, что ли, будут вести меня? А ну-ка, дай-ка им свистящего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, убежал. Ха-ха. Мох Сидор. Твою мать, какого хера? Расстреляли, что ли? В бок? Да, я еще пилмов, и мне кажется, они побегут сейчас. Да. До свидания. А эти, смотри, обходят. Так-так-так. Успокойтесь. Что здесь происходит? А. Здесь все плохо. Пытаются обойти тварюки. Куда? Куда, блядь? А нет, ты здесь останься. Да это всего лишь верблюд наемный. Чё ты переживаешь? Ты как в обход вообще. Обходит, обходит, обходит со всех сторон. Все, здесь нету прохода больше. Бля, фу. Да ты посмотри, вы куда, алло? Сейчас заловим всех тут. Наши войны бегут с поля боя. Какой позор! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. У тебя не осталось снарядов, сюда стань.
Нет, сюда лучше. Тут задушили всех. Возвращайтесь, тут уже все. Ничего, ничего, сейчас затащим. Давай-ка, поучаствуй немножко. Полезно иногда размяться. Ты посмотри, гнида, а? Ворвался, блядь, таки в тыл ко мне. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Вообще, уходите отсюда. Так, очень много этих подмоги у них, а моя подмога далеко, и я ее вообще не веду, на самом деле. Что, может быть, не совсем правильно. Может быть. Не совсем правильно. У меня как бы войска кончаются, малость. А у них нет. Давай-ка догоняй туда. Сейчас мы этих воинов сожрем. О, отлично, у меня освободились еще войска. Да, все нормально. Бегут, значит, спасут свою шкуру. Идите, убейте копейщиков. Так, нет, копейщики, идите, примите вот этих ребят. Это что такое, блядь, тут еще прибежало. Закрывай коробочку. В спину. Чарж. Блин. Никак, да? Давай еще. О. Ну-ка, прими лучников. Прими. Прими мечников. Здесь очень плохо, конечно. А нет, нормально. Есть. Кто вернулся-то? Непонятно. Ничего изначально не было потеряно. Ай-яй-яй-яй, больно-больно-больно-больно сейчас будет. Иди лучников догони. Так, ребята, хватит баловаться. Надо выдвигаться, короче, в ту сторону потихоньку. Тут арта стреляет, да? Они луки дал, долбят все стрелки, все, кому не лень тут вообще. О, добивай. Броня спасает моих верблюдов, но все равно их очень серьезно пробивают. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Еще и арта стреляет. Ну, тут и ФФ у них есть, конечно, небольшой. Догоняй это дело. Мы возьмем их число. Ты че, лучников, что ли, испугался? Мочи давай. Отходим, отходим.
Так, здесь все. Здесь все кончились. Ну ничего. Подстава, конечно, была, блин. С таким расположением подкрепов. У меня здесь новый лагерь, как говорится. Вот эти ребята все. А ты кто? А, ты тоже. Этот уже здесь? Ладно. Самое главное короля спасти, естественно. Ну и еще вот целый отряд верблюдов. Так, а можно тебя как-нибудь в кусты так поставить, чтобы тебя никто не видел, и все, и отстали от нас? Или знаете что? Валите-ка отсюда. Просто. От вас толку никакого не будет уже. Поэтому просто валите отсюда. Халиса. Сюда. Король сюда же нафиг просто и все. Подрежу этот момент. Так, ну я все свои войска расположил. Верблюды у меня немножко впереди. Единственный отряд не... Незнатный. Кавалерийский у меня остался. Все остальное такое в коробочке. И я сейчас буду их арту убивать. У них где-то еще конелуки бегают. Ну пускай она пока... Арта ко мне пока подходит. Ля-ля-ля. Конелуки тоже где-то в кустах прячутся. Поэтому я пока не дергаюсь. К тому же они меня отдыхают. Они у меня очень много. Что такое все растянутое? Какой-то глюк что ли игры? Да, наверное. Как-то убрать, не знаю. О, они свежие уже. Полководец жив. Естественно, я же, блин, не робот, долбоеб, чтобы полководца терять. Ух ты! Я передумал не стрелять. Да хорош, ну. Так, все, убиваем. А вражеская арта вот эта вот, она что там стоит? Вообще не шевелится, да? Ну ладно, подойдем попозже к ним. Так, убил. Давай тогда конелуков. По своим-то никак, не стреляют? Или не исключительно точные, блин? Там еще луки есть. Так, все, уходи нафиг отсюда, в кусты куда-нибудь вот сюда. Я могу спешиться даже, да? Запасов не осталось, кораблю нечем стрелять. Сука, со своими луки, блядь. Забыл им поставить. Все. Так, а тут же были где-то эти... анагры, что они из поля зрения пропали, интересно? Уйди отсюда, ты мне больше не нужен. И ты тоже. Уходи. Ой, а почему ты не в черепахе? Твою мать! Косичина. А у этого не огненные стоят. Блин. Косяк на косяке. О! Привет. А, он и так скрытый. Ну, все, короче, атакуй. Все, да? Отлично.
Да, стреляй. Ну, они стреляют по черепахе, поэтому потери будут, но не такие серьезные. Давай-ка я отведу своих этих не черепашных ребят, отведу пока. Блин, этот сейчас начнет тоже гасить. Это бомбы, наверное, да? Пробегай сразу туда. Да сука ты, ну что за подстава? Понятно. Не удалось захватить. Так. Все, победа. Ладно, убью, кого догоню. Хватит. И продолжим. Тут кто у нас остался? Первая победа. Ну, в основном из-за подставы этой, что у меня подкрепа пошла с другой стороны. Я в таком тумане, блин, нахер не стал бы контролировать это все, поэтому я и не стал. Да, Тубакариба жуткие потери у пехоты, у всего вообще. Ну, спас Арту, спас, собственно, полководца. Ну и вообще это победа. Как ни крути. А у них армии уже совсем немного осталось таких целых, как бы. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть отрядов я полностью потерял. 11% восстановим. У них же потерь намного больше, естественно. Хотя не намного больше. Ну, в отрядах намного больше, а по людям не намного. Все, разбегайтесь, сучки. В МС можно верблюдов, кстати, нанимать, поэтому все в порядке будет. Так, ну вот они пошли, значит, наниматься. А я сейчас должен буду контратаку проводить, естественно. Забрать Антиохию, может быть, Эдессу, посмотрим. Такое, как бы, то есть, то, что удержать будет проще. У меня единственное, что армии, как бы, уже кончаются потихонечку. Плюс еще армяне набирают силы, да? То есть, у них уже вот тоже здесь два стека. Это, кстати, флот, наверное, да? Непонятно. Это армия. Ладно. Ну, вот этот вот отмороженный генерал 6-го ранга Сосаницкий погиб в битве. Молодец. Молодцы. Все три агента сдохли. Критический успех, подрыв безопасности. Это что значит? Подстрекательство. Это что значит? Ракуш. Секундочку. Кто это? Ты что, жена, что ли, умерла у кого-то? Да. Твою мать. Халиса, ёпа-мать. Что с тобой не так? Одна жена проститутка, одну удавил. Шоколадку даст мне, интересно, этот придурок или... Тоже не даст. Ну-ка, Гарамант. Гарамант. Выплаты. Так. Военный союз. Так. Нет, не хочет он. В смысле, это нельзя сделать, я так понимаю. Это можно только с королем сделать или что-то типа того. Или у него нету уже, я не знаю. Непонятно. Эти вообще меня не любят. А, улучшается, нормально. Мавры, трон. Никто ничего не хочет. Яр. Ой, ты мох Сидор, блин. Ну ему уже жена куда? Ему уже 53 года.
будешь без жены уже, черт с тобой. Так, Мади вернулся. Мади, его надо ставить на полководца вместо хутара. Где этот хутар гребаный? Замира вместо Замира, точнее, неправильно сказал. Замир-то не наш, правильно? Нет. Насколько я помню, он не наш. Вот он, Замир, да. Замир, гражданин Харюш, давай-ка вали отсюда. Ставим Мади. Хоть у него рвение минус один, но зато он, сука, хитрый. Аж вообще. Вот. Да, ночные бои у него есть. Прекрасно. Он весь из себя ученый, хер копченый. Но мы сейчас ему немножко это поменяем. Стоимость содержания для наемников. У нас наемников тут не очень. Волчья шкура. Перчатки. Вифинский доспех. Перемещение по карте. Вот это мы ему отдадим, собственно, то, что я забрал у того полководца. Шанс вражеского агента на успех минус 10%. Давай. И здесь что-нибудь. Боевой дух для отряда полководца не надо. Потому что я его все равно не сильно в бой буду отправлять. Палач. Авторитет при командовании армии. А что это дает? Боевой дух для отряда полководца. Общественный порядок. Вверенная провинция. Зона влияния полководца. А доктор-то ему зачем? Он что, он что, агент, что ли? Непонятно. Что с авторитетом-то делать? Ну, зона влияния, как бы, ну ладно. Эпический поэт. Личное влияние при каждом изменении. Ну, давай личное влияние ему повысим. Он же все-таки в нашей фракции состоит. И кто-то у нас там движется. Замир, да, вот он топает. Потом можно будет его назначить на флот. На вот этот. Или, ну, просто его назначить на флот. Какой-нибудь, отдать ему все войска. А вот этого бича отправить плавать. Слушайте, ну неплохо так, в принципе. Только атаковать, получается, будет Халиса опять. Хотя я же могу перетасовать это все дело, как я хочу. Кто будет атаковать? Смотрим. Ну, по идее, надо бы это. Так давай еще контроль собирай. 62 года, блин. У этих уже померли 50-летние. А, нет, это 62-летняя была. Нет, это ей 62. 50-летние померли уже. Ракуш померла. Ой, мать. Может, у нее рак был, я не знаю. Фух. Да Кия, видишь их? И вообще 70... Сколько? 47, да. Еще живая. Не знаю, кто будет атаковать. Давай посмотрим, кто поцелее. Да они оба целы. А у кого ранг больше? У тебя какой ранг? 8. А у этого? 9. Ну, по идее, надо королю, конечно, давать атаковать. И тот могут двигаться. Ну, давай, короче, перетасуем. Значит, нападать будет Тубакарип. Все покоцанные войска отдаем. Забираем все целые. Вот так. Плюс забираем Анагр. Большой. Наверное, один отдам. Не надо мне столько. Забери покоцанных лучников. Отдай этих. Отдай танухитских лазутчиков. Что еще? Можно вот этих взять. Ну, давай тогда уже верблюдов возьмем. Ну вот, все, да. Это будет полный стек.
здесь осталось вот так. Что есть, то есть. 11 человек, не так уж и много. А починим, что у нас в МСе починился гарнизон. Ну так, чуть-чуть починился, да. Вот эту всю канитель тоже надо, по идее, разбить. Сейчас, перед тем, как атаковать Антиохию. Можно, знаете, еще я, наверное, вот этого Мади отправлю в МСу, а вот этого отправлю туда. В тир. Так будет безопаснее. Чтобы в МСе полный стек стоял. Вот, другое дело. И МС, и тир 3 уровня поселения. Их для меня сасаниды таким это любезным образом отстроили. Теперь, кто у нас самый рвение имеет? Давай-ка мы вот этих шатанем еще немножко. Можешь ты такое сделать? Я думаю, можешь. Помехи, изнурение. Давай. Ну? Критический успех, отлично. Жахнул так жахнул, прекрасно. Теперь... Давай попробуем выяснить, где у них еще кто. Так, ты помехи, дезинформация. Нет, ты не умеешь. Вот этот Типелла, по-моему, умеет. Должен уметь. Помехи, сбор информации. Упущенная возможность. Ну, блин, короче говоря, это еще надо, чтобы сработало. Попробуем убить. На самом деле, это столько денег. Критический успех, отлично. На самом деле, это столько денег вообще требует, что просто туши свет. Еще раз жахнуть или попробовать грохнуть. Денег нету на самом деле ни на что. Попробуй напади. Успех, отлично, ранили. То есть агентов еще немножко почистил я тут ласковым образом. И тогда давай еще пройдемся, посмотрим. У них, по-моему, Кадеси убежали, да, кто-то там. Давай пройдемся. Никого там нет. Отлично. My work is done, да. Воитель за успешную операцию получил по мишени. Глупец. Плод инцеста. Но проныра. Блин. Обаятельный глупец и плод инцеста. Сука. Такой бред. Так, доступ нападения, шанс убить цель. Давай. У него как раз хорошо получилось. Снабжение. Плюс 4 пополнения. О, надо будет его засунуть тогда в покоцанную армию. Хотя тут пополнение и так замечательно идет. У меня аж прокачанный весь из себя. Халиса. И, кстати, набор бы неплохо сделать. Ну, набор я буду делать такой мощный прямо на следующий ход из верблюдов. А сейчас можно по пехтуре, да? У него сразу, кстати, вон эти пехотинцы нанимаются. Ну, кстати, у него и налетчики бы не помешали. И копейщики бы не помешали. Давай копейщиков. Они больше дают в процентах. И вот этих мечников тоже не помешают для мяса. Вот так. Ну что, агенты все походили? Арам еще не походил. А ты что умеешь делать? Ты тоже что-то умеешь, я уверен. Давай-ка топай туда. Будем смотреть, что с этой стороны. Здесь агент какой-то. О! Высоко сижу, далеко гляжу. Здесь еще есть огонь огней. Это первого уровня полководец. Это столица у них или нет? Столица вражеской провинции. Ну, я не знаю, какая у них. Здесь у них есть висячие сады.
Хира. Тут по-прежнему никто. У них где-то здесь еще армия шарится, кстати говоря. Если помните. Он куда-то так это... Это не видно. Ну, не знаю. Что у нас тут? Восточное христианство по-прежнему падает. Ну-ка, давай посмотрим. Просто, ну, как бы странно. Давай-ка я его заведу вот сюда. Смотрим. А зороастризма тут вообще, что ли, нет? Восточное христианство вот вверх пошло, видите? То есть, как-то вот то, что там зороастризм написано, это все фигня. На самом деле, он нашу религию продвигает. Как посмотреть еще лучше? Восточное христианство. Сейчас смотрим. Изменения за, на следующий ход. Плюс 2,6%. Включаю. Ой. Включаю это канитель и... Ничего не поменялось. Ну ладно. Вдохновление населения. Зато порядок пошел вверх. То есть зороастризм как бы, ну, не работает, но зато работает общественный порядок, вдохновление. Плюс 6. Да. А, минус 8, блин. Персонажи 17, вопрос сферы минус 16. Здесь я ни черта, я опять все деньги на агентов потратил. И ничего не грабил, обратите внимание, да? Поэтому я опять не могу поставить мою эту штуковину. И опять, я, естественно, нету денег на то, чтобы жрецов нанять. Ни одного жреца еще можно нанять. Ладно. Нападаем. Куда? Блин, я хотел Антиохию вообще-то взять на этот ход. Ну правда. И что мне сейчас получается забить на это дело? Ну он по идее как бы не сможет восстановиться, да? То есть он убежал, у него восстановления нет. То есть он такой покоцанный и останется. Поэтому мне за ним гонять нет смысла особого. Если я нападу на этого типа, ему поможет гарнизон, но я могу ночную атаку сделать. Как бы почему нет-то? Кого я хочу убить? Этих или этих? Просто после захвата я не смогу двигаться, поэтому надо этих нападать. После захвата двигаться не смогу, но вот это вот я вот все не хочу драться, мне это неинтересно. Делаем ночную атаку и разобью их. Покажу частично. А бомбы летят, бомбы шальные летят и не очень. Ну, в кадр залетела бомба. Пам. Решительная победа. И всех под нож. Такс. Ну, давай мне уже. Отлично. И... Воители Фортуны получают очередной навык. Чего у них тут? Скорость перемещения в бою для конницы и боевой дух с варварскими царствами. Хм. Ну, блин. Опыт для новых отрядов. Мне придется и то брать, короче. Потому что мне сюда надо, в конце концов, прийти. А потом пойду по вот этой вот ветке. И на воинскую элиту надо идти, естественно. Как ни крути. И Антиохию берем тогда. Тут тоже, наверное, все показывать не буду, потому что... Это что такое еще? Секундочку. Вот этот, что ли? Или подожди, где он вообще? Я его не вижу в упор. Нет, не этот. А где, кто? А, тьфу, блин. Над ним висит значок этот агента. И такое ощущение, что это агент на самом деле. Ну ладно, я тогда не буду ночную атаку делать. Пускай он сдохнет тоже вместе с городом, а чё? Сколько там время, кстати? Такс, ну ладно, поехали. Не ставлю ночную атаку. Хочу, чтобы вот это чмо тоже погибло.
Вот это, да. Все. Встретимся на поле боя. Так, начнем. Хочу перехватить. О, бля, это что за херня? У них еще эти есть. И, конечно, мне кто-то звонит сразу. Секунду. Так, продолжаем. Трум-трум. Это... Проща, дай-ка я уйду отсюда, блин, а то они по мне пулять будут. Больно. Вот они, разъезды. Конелуки. Гребаные конелуки. А вот и полководец. Давай полководца поймаем. Конелуки, конечно, мне сейчас могут наковырять. Но, в принципе, я могу их попробовать выцепить. Могу попробовать их выцепить. Так, а где у них арта? У них, кстати, арта и на этой стороне тоже есть, блин. Ее придется тратить. Так, быстрее. Че это? Куда они спрятались? Алло. Сучки наемные. Идите сюда. Отлично, попались. Добивать. А, ну это все. Отлично. И здесь отлично. Все или у них еще что-то будет? По-моему, все. Так, теперь мне нужно потратить их патроны на бастионном Монагре и самому раздолбать стены. Этот момент очень простой, его 100 раз показывал, поэтому это я вырежу. Так, ну, проломы сделал, башни разрушил. И сейчас единственное, что я хочу потратить еще их патроны стрелков. Чуть-чуть. Подходим поближе. И в черепашку. А это стреляет бомбами по... Последние патроны трачу бомбами на вражескую кавалерию. Не очень попадает, правда, блин. Такое ощущение, что он, когда идет осада, как-то хуже, что ли, работает, блин. Так, уже зайдем. Может, удастся их наказать так? Бомбы летят. О, вот это неплохо залетело. Очень даже. Мне нравится. А ну. Хе-хе. Прикол. Ладно, тогда в атаку, ептать. Все сюда. Луки сюда, тогда бегом. И вы ближе подходите, и кони, и вообще. Вы тогда сюда подходите, будете здесь танковать. Одним отрядом ворвался просто в наглую, да? Копейщиков мочи. Стреляешь по-прежнему, что ли? Странный какой. Бум! Слушай, вообще хорошо. Тут много-много положил. Сейчас, если удастся разобраться с вот этими копейщиками, я сюда ворвусь кавалерией. И всем капец. Давай, легионеры, заходите. Что такое? Скорость натиска. Это вот эти, что ли, пакостят? Ну-ка, дай-ка я все-таки их накажу немножко. Это что такое? Хотите сказать, что типа тут безопасно ходить? Прачнички, а?
Бред какой. Давайте, атакуйте их. Все сюда. А, догони. Так, кто тут умер? Это кто? Габалкариб какой-то. Иди убей, короче говоря, коней. Ой, в смысле этих. О, он врывается прямо в... Нет, не может. Давай сюда. Врывайтесь. Вот как-то так. Здесь всех зажали вообще. Как-то они вообще тактически очень херово расставили свои войска, так что я их просто смял, блин, в секунду. Сюда бегите пока. Еще какие-то засранцы остались, замочить их. Врываемся. Так, где у нас еще тут есть кони? Вот они. Вот здесь с этой стороны я почему пошел, потому что здесь ни одной вышки нет, поэтому спокойно можно сюда завести всех вообще. Полководца можно тоже подвести поближе. Заходим. О, застрелы, застрелы. Ну-ка, ну-ка. Ач, по ним. Вышка стреляет. Да, вот эти вышки стреляют по моим лучникам. Ну ладно, пофиг уже. Мне важнее вот этот залп. 60. И как тут? Что, никто не умер, что ли? Да ладно. Уходите тогда отсюда нафиг, вот бесполезный. Куча мала, ну-ну-ну. Вы, алло, что, дебилы? Я что сказал? Так, и давай уже, короче говоря, сколько можно тянуть. Так, кони за луками, уходи отсюда. А где тут? Нету какой-нибудь там баррикады, нет тупой, нет, нет, ничего такого. Просто убьем луков и все. Ну, я бы не сказал, что прям еще немного. Еще немного мы полководца убьем, скорее всего. А, ну все. Дос видос. 162 человека потерял, да? Ни о чем. Как-то так, как-то так. И тоже, опять же, никаких разрушений. Это моя земля. Ну что ж, на этом все на сегодня. Всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Танухиды, легендарный уровень сложности без авторасчета и поражений. Всем пока, лайк, подписка, все дела.